16-летний староскольц подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он ударил однокурсника в бок. Итог – разрыв селезенки. По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемый, находясь в учебном заведении, поссорился со своим однокурсником. Подростки высказывали друг другу взаимные претензии. Подозреваемый кулаком ударил сокурсника в бок. У 16-летнего потерпевшего произошел разрыв селезенки. Подросток был доставлен в больницу и прооперирован. Его здоровью причинен тяжкий вред. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленные на всестороннее расследование совершенного преступления. Следователи также изучают, в каких условиях живут и воспитываются подростки, кто из взрослых и как влияет на них. Расследование уголовного дела продолжается.